Здравствуйте, дорогие сограждане государства Беларусь. Я Андрей Инкогнито, диджей Инкогнито, проект «Модель для сборки». В данный момент, находясь в Гоа, открываю этот топик для граждан государства Беларусь, которые в данный момент находятся в Гоа. Для того, чтобы оценить ситуацию и, если существует проблема или ряд проблем, понять ее размеры. Я считаю, что с моими друзьями, это компания Будатур, например, это GoaHelp, например, люди, которые могут дать мне правильные рекомендации, как сделать правильные шаги, у нас получится оценить ситуацию туристов из Белоруссии, которые в данный момент, в момент всемирной истерии по теме пандемии, находятся в Индии, в Гоа. В свою очередь я хочу выразить искреннюю признательность нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что не вверг наше прекрасное государство в этот хаос нервозности, который, в принципе, ничего не даст. Я очень рад, что мой сын, с которым я созванивался, сегодня музыкальное училище. И он тоже очень рад. Дорогие друзья, сограждане государства Беларуси. В данной группе я предлагаю всем описать ту ситуацию, в которой каждый находится. Если вы турист в Гоа и гражданин Республики Беларусь. Для того, чтобы понять, какая ситуация есть, и, возможно, предпринять правильные меры. Почему я это делаю? Потому что я хорошо знаком с административным аппаратом ГОА, я хорошо знаком с туристическим аппаратом Беларуси, я очень хорошо ориентируюсь здесь. Ну, и, конечно, в такую погоду не хочу сидеть дома, хочу быть. Ну, как-то полезно, сделать что-то полезное. Рапорт сдан. Ваша очередь.